эти дни в Адыгею прибыла большая делегация из Турции, руководства Федерации Кавказских ассоциаций. Целью визита стало расширение связи черкесской диаспоры с исторической родиной. Вчера делегацию встречали и у нас в районе. Наших соотечественников приветствовал глава муниципалитета Заур Хамирзов. Гости начали свою экскурсию с посещения главной достопримечательности районного центра – соборной мечети, которая поразила их своей красотой и архитектурой. Прогуливаясь по центральному парку, они встретили играющих детей и не упустили возможность пообщаться с ними на родном языке. Было сделано много фотографий у монумента, установленного в память выдающегося земляка-писателя Тимбота Кирашева. В ходе визита обсуждался широкий круг вопросов, включая совместную работу в различных сферах, сохранение адыгского языка, популяризацию народных промыслов, перспективы сотрудничества и инвестиционный потенциал района. Следующим пунктом назначения стал Бличипсин. У родника гостей радушно встретили жители аула. Старейшины поселения рассказали соотечественникам историю родника и пригласили их отведать воды из источника. Зайти в Арока руководитель Адыгахаса Европы признался, что до приезда не знал о существовании своих однофамильцев в этом ауле. Сегодня вообще вырос. Если схвачем, что кузим скакал, скажу, немецам брать, каком я захвачен, чтобы все обходас. Европам, где они шасахам, кабадек федерациям среди хамадово, ар сибшейшу, тунепсо они шасам дребутамово, без кого сокваш. Раз, держу. Кош хаб для района мапария, шухозчик, ура маре, мич и вара кохат, дес на уасы захлопсуам. Кош хаб для района мипедит да унигис кошеквар, мбе вара козыр десерин гипстус кошеджар, хаб жу сири гуфас, хаб жу дигри хас, сигуса хами купми, кош хаб для ри мдет газдегуари, мри Да, хемакрал, хемашопадису, дзахопсер, мисим ходуа, закважа, зажиле, адиага зраху, адиебзе, я урлю, шабзе зраху, кважа ти асра, жита дзахопсер мраси, дам беша дотлах, хам беша псу адием, дитлеп кавхам, псуми, фи калури, фи узеншагари,
Гости увезли с собой массу положительных эмоций от поездки, были впечатлены гостеприимством жителей и красотой природы. Они обещали вернуться сюда снова.